Иногда человек говорит: Андрей Андреевич, а чего мне желать вообще? Я обычно говорю вот что: не желайте денег, вернее, не так. Желайте либо денег, либо славы. Если вас ничего в жизни не вдохновляет, ни люди, ни семья, ни вы сами себе, хотите славы, говорите себе: я хочу прославиться. И каждый день работайте над этим. Человек, стремящийся к славе, человек, стремящийся к власти, будет богатым человеком. Стремитесь быть всегда, это я из Библии взял, стремитесь всегда быть в голове более, чем в хвосте. Это слова из Библии, можете их найти. Всегда ищите трафик. Когда человек говорит: что мне искать? Ищите трафик там, где есть люди. Где сейчас есть люди? В Телеграме. Вы хотите продавать, допустим, там какой-то товар. Найдите специалиста, который может сделать или создать рассылку в Телеграм. Рассылайте в Телеграм. Там, сделайте лендинг или сделайте там промо-акцию какую-то, сделайте маленький сайт, возьмите один продукт, старайтесь его постоянно продавать, зарабатывайте как посредник. Закажите, допустим, на каком-нибудь заводе, вот я владелец завода, основной как бы доход мой заключается в том, что у меня, как у человека, владельца завода, другие люди заказывают определенные свои товары под своим брендом. Мы для них изготавливаем, они их продают. Тем самым они зарабатывают деньги, чтобы не возить из Китая. Еще раз, говорите всем комплименты, я об этом